Мы уже кучились. Что вы, ребят, готовы? А ты готова? Нет. Так, заходим в игру. Вы бы, ребят, рассказываю. Нина играет в хоррор второй раз. А теперь сентябрь 7. Первое, да, был этот. Summer 58, сейчас это будет второй хоррор. Рассказываю, чат. На стриме есть, короче, донаты. Мы настроили скримеры. Там 100, что ли, 500, 1000 и 2. Так что это. Кто хочет попугать, в целом можете. Поехали. Я чат смотрю, не волнуйся. Можешь вернуться, пожалуйста? Я чат смотрю. Визаж слишком сложная для меня. Визаж там головоломки, блядь, я за Last of Us даже не смогла пройти. Только что про визаж вообще речи не идет. А что делать? Можешь осесть, пожалуйста? Отсесть? Да. Я могу вот сюда. Я просто... Блядь! Часть. Спасибо, Лёш. Часть. Я знаю, что ты пугать просто будешь. Тебе искать надо что-то. Ты можешь отсесть, пожалуйста? Я каждый даю движение. Я сел, чтобы видеть, что ты играешь и чат. Папа быстро решил, с кем перевезут коробки. Родители. Лёха. Спасибо, Лёш. Лёха, накидывай. Это будет очень страшная игра. Можешь мне попить дать, пожалуйста? Там стоит. Держи. Блядь, ну. Ну чё, блядь, ну кашлянул. Па-п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 а. Что смешного, я не понимаю. Музыка прикольная, да, она отвлекает, она не дает мне бояться. Ай, блядь. Сука, настолько я страшный. Это страшнее хоррора. Спасибо. А ты размучен. И микро только вырублю. Блять. Мне показалось, это ролик сначала. Что это? Нина! Не боись, нормально. Алло, гнида, пятихатку верни, гандон, блядь. Тебе говорят, я не знаю, блядь, а почему? Вот только что все работало, нахуй. Возвращай, блядь, долбоёб, блядь. Страшно. Я вчера видела, как Лёша, короче, на шифте бежал через эти, на скримаки. Я сегодня так же хочу. Спасибо. Девчонка, у тебя за спиной сидит тварь. Всё, работает, пацаны. Какая же это тварь! Какой тайминг, нет? Бля, короче, тайминг. У меня от страха и Катя опять начала. Ну слишком часто уже как будто не страшно становится. Да? Мне, по-моему, всегда страшно. Я же постоянно жду скримака, а мне со скримака Лёшка кричит. Ha 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 ha!
Я думала, это он барабанчиками этими звонит, колокольчиками. Серьезно? Да. Блядь. Кто-то мучит, поет песню, что ли? Может, Леха? Очень мне нравится, блядь. Ладно. Бабка повесилась. Все, фул концентрация мне. Да, ты меня отвлекаешь своими страхами, этими пугательствами. Я не понимаю. Спасибо, робот. Это в игре звонят. Сейчас. Да что значит снова? Да звонит домофон ты на какой-то, блядь. Он не звонит, я подошла к нему, не от него звук идет. Я вот так слышу, не от него. Вот так? Ну это ухо вот так поворачивается, не оно. Какой нахуй шкафчик? Не бойся. Робок, спасибо. Не пойму. Ну туда тебе. Какую мышку? Донатер вообще козел. Спасибо, Роуд. Спасибо. Она испугалась и выключила да? микрофон. Не знаю, с какого момента он был выключен, ты уже что-то наговорила. А, вот. Нет, ладно, это, наверное, не то. Тебе страшно, девочка? Не бойся. Я о тебе позабочусь. Спасибо, Лёш. Блядь. Я через наушники слышу. Ну, просто с перерывом. Охуенно. Ты смотрела на неё. Я помню, что я на неё смотрела, но я не вижу, где она. Это ёлка, вот. Вот. Угу. Вот она сверху. Ага. Вот. Ёбаный, звезда. Да не нажимается она. Ладно. Затупок. Так, какая-то зеленая штука. Желтая должна, не нажимается. Ладно, я без подсказок сейчас сама найду как-то. Сверху... Возле елки зеленая или лежит. Ага, так. А записку читала? Да, читала. Как... Вон была! Че пугаешь так? Она не работает, я уже тут взяла елку, игрушку. Зайди на балкон сверху над инструментами. А, ебаный в рот. Бля. Так, теперь у меня аж класс. Сука.
Вот донатер, козел. Это ты? Опять. Спасибо, Ролок. Блядь, охуенно. Это просто супер. Сейчас что-то выскочит, да? Проснись. Блядь. Это сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Спасибо. Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый выскочила. Ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Как встать? Как встать? Не понимаю. Так, я не понимаю. Я тоже не понимаю. А-а-а, ебать! Так, вот это стандартная была, стандартная скрэма. А стандартно я видел такую рожу, уже неоднократно не раз видел такую. Здравствуйте, да. Блядь. Ух, ебать. Чё, всё? Запускай визаж. Масло. Запускай. Я только разыгралась. А чё так мало? Ладно, мы первую прошли, и эту сейчас пройдем. Давай. Приехала. Ехали. Я не понимаю, что делать. Тебе нужно на сестрёшку. Пиздит. Спасибо, спасибо за тысячу, спасибо. Спасибо, Ролок. Она меня опять сейчас цапнет. Сегодня, кстати, сейчас сидели во Фрэнке. Во Фрэнк Байбас. Ушли покушать. Официант подходит, говорит: слушай, можно вопрос? Типа, ты был на даче у пацанов, у хозяев? Первый раз такая тема. Это вот все донаты, которые сейчас идут, ты себе забираешь, правильно? Не знаю, мы это еще не обсуждали, но, скорее всего, конечно, я же проходил. Ну все. Вот, Али, это ответ на твой вопрос. Все, я ушел. Не бойся. Худший. Вообще хуета, ни одного скримера. Согласна, хуйня какая-то. Предлагаю выходить, не? Или будем ждать до скримаков? Ну давай! Поиграем. Блядь. Алло. Лёш. Рубильники вот на стене. Ну, а где? А, вот они, ёбаный в рот. Или это не они? Кто был Шакира? Я и отыгрывала Шакиру. Ладно, Шакирочка, я к тебе ещё вернусь. Давай, Лёш. Лёш, ну чё завыло? Шла! Вот правда, тоже нельзя было скример, допустим, вот в этой шахте какой-нибудь хоть одно добавить. Я даже не буду смотреть, что там сзади было. Я на понтах решила обернуться назад, когда поехал этот лифт.
Всем спасибо, кто был, кто кидал скримеры, донаты и так далее. Всем ББ. Всем спасибо, всем пока. На телегу подписывайтесь, не забывайте, чтобы не пропускать вот такие спонтанные ночные стримы. Всех вас тоже люблю, ребят. Всем спасибо, кто сидел. Все. Давайте, я ушел. Ну тоже. ББ.